На майские выходные 2, 3 и 9 числа в поликлиниках будут работать только дежурные терапевты и педиатры. Во всех городах обращаться нужно в центральные поликлиники. В Тирасполе возможностей больше. Там дежурные врачи будут в 4 поликлиниках. Для взрослых определены 1 и 3, для детей 2 и 4. Равномерно по городу, кому удобно подъехать. То есть все балки, они подходят к 1, центру подходят к 3 поликлинику. Там будут дежурные терапевты. Это 1 и 3 поликлиника. 2, 3, то есть 1, там есть дежурные врачи. А вот 2 и 4 – это бывшие детские поликлиники. Там будут дежурные педиатры. Терапевты и педиатры в поликлиниках будут дежурить с 9 до 12. Дежурные врачи в поликлиниках на праздники – стандартная практика. Обращений в эти дни обычно немного. Чаще всего люди приходят с признаками простуды. Что касается больниц, там график работы не меняется. Бригады для оказания срочной помощи во всех городах будут дежурить круглосуточно. Тестирование на ковид. Лаборанты начнут выезжать на дом с 3 мая. На выходных будут только собирать данные, информацию по обращениям передадут и скорые, если по 103 будут обращения с температурой. Заболеваемость сейчас низкая, поэтому проводить ковид-тестирование каждый день нет необходимости, пояснили в поликлинической службе. Вакцинации от коронавируса в праздники тоже не будет. Прививочные кабинеты заработают 4 мая.